Платье из мусорных пакетов или наряд из упаковочной пленки. Выбрать есть из чего. Все это создано руками школьников, причем с одной целью – защитить экологию родного края. Ведь многое из того, что жители выбрасывают, могло бы прослужить дольше. Наш костюм говорит о том, что надо перерабатывать бумагу и заботиться об экологии. Мой костюм из газет, ее из бумаги. Это акция «Экомода» про то, что очень много в нашем мире вторичных отходов, которые можно перерабатывать и создавать из них замечательные костюмы. Номинация «Экомода» подарила миру 24 шедевра. Самая многочисленная коллекция – дело рук команды из 25-й школы. Первое место досталось им заслуженно, второе – у 49-й школы, третье – у школы номер 43. «Экомода» – лишь одна из номинаций районного конкурса «Мы – поколение ЗОЖ». Что такое здоровый образ жизни, школьники объясняли с помощью рисунков, социальной рекламы и показательных выступлений. Вот лишь один баннер – «Откажись от ГМО, пейте, дети, H2O». Всем понятно, утолять жажду лучше обычной водой, а не литрами модных напитков. Мы призываем молодежь не курить, не пить, а также не употреблять наркотические средства. Сегодня на выставке представлены баннеры, а также можно сзади увидеть мои работы, которые я сделала из вторсырья. Для того, чтобы наша природа оставалась чистой, и наш город тоже был очень чистым. Ведь город Сочи – это город-курорт. Я считаю, что здоровый образ жизни – это когда ты не пьешь, не куришь, занимаешься спортом, здорово питаешься. И вообще, я считаю, что нужно вести здоровый образ жизни, так как от нас зависит будущее. Я против вредных привычек. Я люблю спортивную аэробику. Надо больше пить воды и вести здоровый образ жизни. В этом году в акции приняли участие все 17 школ Адлерского района. Каждая представила свою агит-команду. Ребята подошли к делу серьезно, агитировали за здоровый образ жизни не только с помощью лозунгов и юморесок, но и личным примером. Не стоит даже начинать, в этом ничего крутого нету. Потому что это ничего тебе не даст. Ты не станешь круче, сильнее, красивее. Да, возможно, ты там начнешь общаться с какими-то людьми, с которыми ты не общался до этого. Но оно того не стоит. Ты просто губишь свое здоровье сам. Я сам занимаюсь самбо-дзюдо. У меня третий кю. По-моему, это зеленый пояс, да. Не курю, не пью, не употребляю наркотические вещества. И прекрасно живу. Сам вот недавно у нас происходили выборы в школе президента. Я занял первое место и стал президентом школы. Курить не модно, дыши свободно. Живи активно, отдыхай позитивно. Эти слоганы – простое руководство к действию. Вести здоровый образ жизни несложно и даже модно. Об этом школьники рассказывают не только своим сверстникам, но и родителям. Чтобы в семьях появились новые и не вредные, а полезные привычки, в рамках акции прошли спортивные состязания с участием пап и мам. Мы за здоровый образ жизни! Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания ВКТ.